Анапа активно готовится к приему гостей. Еженедельно проводятся санитарные пятницы. Порядок наводят в парках и скверах. Ежедневно ремонтируют дороги, тротуары. Проводятся работы по благоустройству улиц. Часть улицы Кати Соловьяновой уже отремонтирована. В прогулочной зоне высажены молодые деревья, перестелена тротуарная плитка. Сейчас идет ремонт колодцев, они будут одного уровня с асфальтом. Проезд по правой части улицы временно перекрыт. Поэтому, планируя поездку, прокладывайте маршрут в объезд этой улицы. Стихийные парковки на газонах, которые так беспокоили местных жителей, в будущем станут невозможны. Высокие бордюры не позволят водителям въехать на зеленые газоны. Перед зданием городского театра напротив центрального входа проводятся работы по благоустройству территории. Новые декоративные туи и цветник станут украшением клумб у театра к летнему сезону.